Поэтому без разминочки мы вперед из песни. Делаем на все 100%. Еще раз говорю, на одном упражнении можно запороться, на другом за счет большего количества раз выйти вперед. Сказать, что у многих, ну, результаты выше. А, мало того, я все-таки на подведение итогов сделаю сносочку 2020-2018, чтобы люди видели, изменились их результаты в худшую или лучшую сторону. Нормально? Давайте похлопаем друг другу!